поехали, мы пили, да, да. И только в конце стоит сказать, то вода ёбнет. Ура! И все, что ты хотел, у тебя получалось и исполнялось. Молодец. Браво! Браво! Самое главное – здоровье. Да, остальное все потихоньку приложится. А мечта уже есть. Остальное мы с тобой нахлобучим. Аким, а у нас не такая же открытая? Душевного равновесия, спокойствия, гармонии и баланса во всем и во всех начинаниях. Ты ЛСД принимал? Такие же мысли посещали. Русичка! Нихуя себе было. Ром говорит. А я не боюсь. В общем, Женя, желаю тебе поменьше крика. У меня чекот. Я думаю, это тебе пригодится. Побольше мышц на нас. Чтобы ты занялся с собой уже физически. Я занялся Роману. Вот. А ходи не к Роману, а к Роману. Роману Павловичу. Все будет охуенно. Все, сегодня ты прислал? Тогда я даже ничего не почувствовал. Там бутылочка? Нет, я никогда алкоголь тебе не подарю. Ну все, спасибо. Я буду ее сохраню на следующий юбилей. Нет, надо сейчас открывать. Это нужно есть тебе. А то у тебя следующий год будет два. Ну, я тебе даже бантик подарю. Ух ты. Что-то интересное. Натор, мирор. Чего? Открывай. Ну ладно, рвем. Хватит красоты. Опа. Угу. Прикольная вещь, называется безопасность, да? Называется? Или называется, жена будет снимать себя, да?